Всем привет! Начинаем обозревать вот таких вот машинок Jeep Wrangler. Данная машинка является новинкой 2019 года. Здесь есть такие вот машинки без крыши и машинки с крышей. Это автомобиль повышенной проходимости, произведенный американской компанией Chrysler. Как гласит Википедия, автомобиль специально создавался как военный и предоставлялся армии США. Есть машинки красного цвета. Есть желтого, синего. И еще три специальных машинки, которые относятся к виду джипов с крышей. Это вот такая вот полицейская машинка. Которой наверху стоит сирена. Вот такая вот полицейская машина с другой отсветки, у которой также стоит сирена наверху. И пожарная машина. А сейчас напишите в комментариях, какая окраска или какой вид машинки вам понравился больше? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на эту кнопочку. Всем пока!